Так, вот шумно немножко. Но еще один агрегат. Новый. Со старыми дырами. Что-то совсем мелкое. Челюсть одна. Но я видел. Я видел, как он работает. Значит, ага. Все в цементе. Значит так. Он сверливает вот огрызки. Огрызки. От микросвай, так называемых. Они внутри полые. Наращиваются тоже друг на друга. Они длинные. По полтора, покажется, метра. Не, по-моему, даже по два. Длинные. Значит так. Он их сверливает с вибратором. У него вибратор здесь стоит. Ну, видимо, вот это вот и есть гидромолоток типа. Когда сверлил... Они сказали, это микросваи. Что это значит? Вот эта вот фигня, она... После того, как пробурили на нужную глубину, она там и остается. А почему она полая? Потому что через нее наполняется бетон. И она там и остается. Вот такая вот фигня. Не знаю, слишком изношено. Я с ребятами не говорил. Может быть, поговорю. Все засрано. Масло. Все такое. Ну, короче говоря, обыкновенная крутилка с вибратором. Вот и все. А, да. Вот мне сказали, что он сам по себе... Ничего такого особенного не представляет. Самое главное агрегат, вот это вот прицеп к нему. Ну, я так понимаю, здесь какая-нибудь маслостанция, или компрессор, или что-то в этом роде. В общем, короче говоря, дополнительное оборудование в этом агрегате. Как называется, без понятия. Черт его знает, что это такое с той стороны. С той стороны шланги, шлявки. Короче говоря, надо ходить спрашивать. Может быть, как-нибудь потом. Как-нибудь потом. Сейчас нет времени, думаю, да, вот пятиминутка вырвалась. Думаю, быстренько зафиксирую. Так, в общих чертах. Вот. Издалека эта катавасия выглядит примерно так. Все, спасибо. Остальное может быть потом.